Ну, короче, что я хочу вам сказать от нашей маленькой семьи. Ну, подтвердить очередной факт, что вы долбоёбы. Так, дочь, прости за мат. Папа. Да. Значит, смотрите, ребенку вчера мы подарили косметику. Она сегодня целый день рисует. Вот. Поэтому я кайфую вместе с ней. Так, как и должно быть. Да. Дальше. Если бы ты обратила внимание, это детское шампанское мне в руках. Я две бутылки купила дочери на Новый год. Вот, она захотела, я ей налила. Ей мы запилили видеоролики для поднятия настроения. Кстати, вы же не знаете, кто меня об этом просит. А у меня есть ребята на СВО, которые очень любят мои юморные ролики. И я таким образом их поддерживаю. Поднимаю, так сказать, боевой дух. И показываю дочу. Потому что они сейчас отдают свои жизни за то, чтобы мой ребенок спал спокойно. Но если вы, пидорасы, не знаете, что такое праздник, потому что у вас его отменили. Если вы, чмошники ебучие, сидите за левыми аватарками и даже не показываете своего лица, это ваши личные проблемы. Понятно? А у меня в России Новый год. А мои пацаны погибают за то, чтобы мой ребенок улыбался. Выкуси, вафлистка.